И вот наш игрок запаса Робсон идет. Он сейчас не в форме, мы его как бы в запасе держим, может, во втором тайме выйдет. Его внуки уже. Всем привет! Хай! Мы на 10 минут сфотографируемся. Да. Вов, играть не будет? Здорово! Я пью с Робсоном, поэтому извините. Здорово! Голос Nice to meet you, my friend. Robson, nice to meet you. Maybe you remember, I was referee when you play football in Sparta. Expulsou você. No jogo do CSKA. No. No card. Я говорю, тебя удалил. Отлично. Окей, что там? А, понятно. Встреча с Титом Валенчевым — это важнее. Конечно, важнее. Мой импортант. Ну, это на всех языках одно и то же. More important. Серег, ты рад, что увидел своего кумира? Magnifico gente. Это по-испански, я по-португальски не могу. Понятно. Gente — это... Gente — народ, люди. А. Magnifico gente. Ты про него? Да, замечательные люди. Да, да, попадаются. Но это, блин, по-испански. По-португальски очень сложно это подгадать. Два мяча на поле. Ну что, вы... Антон, а вот... Я очень хотел сфотографироваться. Потом я буду. Втроем. Убежали все. Удалили. 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 Ваня, без нас бы ты Робсона не увидел. Придется проставиться. Команда победителей. Давайте групповую фотографию. Давайте групповую. Групповую. Встаньте вон там все вместе. Ребят, встаньте все вместе. Давайте я сфоткаю. Давай, не ложиться, сесть. Давай, Толя, я просто присесть. Ну, я сейчас сниму, потом сяду. Да иди садись. Ну, а тебя давай тогда встань. Садись, Андрей, не, видео, видео. Андрюха, ты не туда снимай. Как не туда? Все, да? Давай, садись, подожди. Садись прямо в камеры. Да садись в камеры, конечно. Первый удар. Еще не начал. Сережа, ты начал. Я не знаю, что обидеться.
Стоять в раме. Ровно, что ли? Ровно 8 на 8. Как, 9? 8 на 8. Как, Володя приехал? Или с нами? А я не Володя пришел. Или с нами? Мы получили... Андрюха с Вовой было 8 на 8, и пришел Серега Зоя. Ну давай я буду, я последний, как всегда. Антош, я могу стоять. Идите, кто где играет. Да, у меня поле нужно. Ну, пусть, да, Серег, давай так. А я начну там, Горько Молику? За кого я начну? Я за две команды. Серень, я за две команды. Решите, за кого первый тайм? Первый тайм за кого? Сейчас думаю. Давай, уже пора начала. Так, так, Володь, я сейчас... Где лучше встать? С какой стороны? С этой? Давай туда, давай сюда. Готов? Да-да. Thank you very much.